И к другим темам. Учебно-методический сбор специалистов-кинологов по подготовке служебных собак в защитном разделе проходит в Бресте. Обменяться опытом приехали свыше 20 специалистов охранных и военизированных подразделений Беларуси, России и Кыргызстана. На тренировках, которые проходят на питомнике Брестского областного управления Департамента охраны МВД, побывали и наши корреспонденты. Второй раз в Бресте проходит международный учебно-методический сбор по подготовке служебных собак для выполнения различных задач. Питомцев для разных целей используют как правоохранительные ведомства, так и военизированные структуры. Один из отрабатываемых вопросов – защита сотрудников внутренних дел – момент несения службы. Специалисты-кинологи, выбывая на место преступления, применяют служебных собак на задержание. Отрабатывается именно поиск преступников в объектах сложной конфигурации, то есть большие складские помещения, а также в лесном массиве поиск групп лиц, либо, соответственно, без вести пропавших, которые именно наши специалисты-кинологи сталкиваются на практике с теми задачами, которые им приходится решать. В военизированных структурах отрабатываются приемы защиты военнослужащего от нападения собак противника. Данный учебно-методический сбор, я считаю, это положительное мероприятие для того, чтобы мы обменялись опытом в первую очередь, потому что у нас в стране одно направление применения собак у вас немножко отличается. И дабы мы всегда совершенствовались и были всегда на передовой, мы должны обмениваться опытом. Много новых методик в последнее время в применении собак при выполнении служебных задач появилось у правоохранителей Российской Федерации, в частности, подразделений полиции. Берем, смотрим их подход, как они подходят. Проблемные вопросы, соответственно, где-то какие-то новшества наши коллеги вводят. Нас сюда в качестве инструкторов пригласили, то есть мы еще проводим обучение ребят, показываем, что мы новое ввели, опробовали. В общем, обмениваемся опытом. Специальная выучка используется для применения служебных собак при задержании преступников в закрытых помещениях. Цель – объединить знания и умения всех кинологов как-то воедино, прийти к какой-то структуре единой. И чтобы было четкое понимание, что надо делать собаке, как над собакой работать. И как этой собакой надо управлять самому кинологу. То есть какие-то рассказывают, какие-то ситуации приводят свои. У каждого кинолога свой богатый жизненный опыт. Учебно-методический сбор специалистов-кинологов в Бресте продлится 3 дня. И за это время будет отработано множество методик подготовки служебных собак. Юрий Печур, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест».